Ежегодно архиерейский прием прошел в праздник Рождества Христова в Кемеровском епархиальном управлении. В нем по традиции участвовали митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх, губернатор Роман Гумирович Тулеев, представители администрации области, областного совета народных депутатов, руководители предприятий и общественных организаций. Всех вас искренне от сердца поздравляем с великим наступившим сегодня праздником Святой Православной Церкви, с Рождеством Христовым и началом новолетия. Свет Вифлеемской звезды, который 2000 лет назад указал людям путь к родившемуся Богомладенцу, и ныне светит этому миру. Потому что миллионы людей с радостью сердечной встречают этот светлый праздник. Этот свет Вифлеемской звезды показал многим народам путь к Богу. Мы знаем, что 10 веков назад на этот свет пошли наши благочестивые предки, вручив судьбу России в руки Божьи. Я желаю, чтобы праздник Рождества Христова просветил наши с вами человеческие души и чувства, наполнил их теплом и добром. Так сегодня необходимо в нашей жизни и человеческие взаимоотношения. С праздником вас, с Рождеством и новолетием! Воспитанницы приюта для девочек при Серафимо-Покровском женском монастыре города Ленинск-Кузнецкий исполнили для гостей рождественские колядки. По празднику святого солнышко взошло, небеса так ясны, белый день ночи, то младенцу в ясли шлёт звезда лучи, то младенцу в ясли шлёт звезда лучи. Наш Аллаху в епархиальном управлении для гостей была организована выставка рисунков и поделок от участников детского конкурса «Православный мой Кузбасс», а затем праздничный рождественский концерт.